Итак, ребятки, всем добрый день. Сегодня у меня на обзоре вот такие сигареты Palmol. Американского производства они. Им выпускаются компанией что-то British American Tobacco. Именно в мире распространяются под... распространяет их эта компания. Вот так вот выглядит сама пачка. Сейчас покажу. Сама пачка выглядит вот таким образом, зеленый. Тут QR-код. Все бьется. Через честный знак сейчас проверим, покажу. Стоят они 168 рублей, но это старая пачка. Мне дали старую пачку. Они сейчас в районе 200 рублей новые стоят. Не очень ходовые, они со вкусом ментола. Тонкие сигаретки. Сейчас я вам покажу, короче, как они бьются. Так, остался телефон найти. Сейчас, секундочку. Так, где тут честный знак открываем? Честный знак. Нажимаем вот сюда. И вот на этот QR-код наводим. Сейчас на свет сделаю. Оп. Вот проверенный товар. Зеленым вышел. Palmol, ITMs, что-то там производитель, пачка. Короче, полностью они такие ровные сигареты, сигареточки. Сама сигаретка выглядит вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Сейчас я на башку надену эту хуйню сумму. Набивка такая, средняя, я бы даже сказал. Не слишком плотная. Сейчас посмотрим, табачок тут какой. Потом конкретно, бля. Тут обычный фильтр. Обычный фильтр такой. Не угольный, ничего. Бывает угольные фильтры делать. Для такой цены могли бы угольный фильтр с мушуком уже сделать. Пожопились, так скажем. Сейчас покажу, какая набивочка тут забавная. Блять, она сразу видно мелкая. Оп. Махорка какая-то вообще непонятная. Она мелкая и такая, какая-то пыльная, короче, она. На вкус сейчас попробую, ментолом пахнет или нет. Вкус ментола не отдает. Ну, в общем, давайте попробуем. О! Сигаретки. Сама сигарета ментолом, короче, не отдает. Вот так вот поставлю. Фильтр ментолом не пропитан. Обычный фильтр. Сигаретка на самом деле очень легкая. Даже не чувствуешь никакой горечи во рту. Нет, вот сейчас затягивается начал. Видимо, то, что от ментола такой привкус, короче, не, ну, неприятный, что ли, какой-то. Да, такой привкус ментола отдает мне в горло, но это, наверное, потому, что я болею, я простыл из-за этого. Оно мне конкретно прям горло отдает. Ну, все равно сигареты, не сказал бы, что крепкие. В мозг, ой, в голову не дают они. Вот сейчас вот начал более-менее такой вкус ментола, короче, ощущать. Сейчас я вот это беру. Опять-таки, не знаю, почему, но фильтр не пропитан. А у меня еще такая легкая ангина, короче. И, блядь, привкус ментола прям вообще горло так мне дерет сильно. Если вы простужены,
курите сигареты с ментолом, мой вам совет, чисто так от души говорю. Затягивается сама сигаретка довольно туго, сейчас покажу. Ну, не прям сказать, что туго, что-то между среднее между тугостью и легкой затяжкой. Сейчас покажу, насколько она дымная, эта сигарета. Сигарета очень дымная. О, бля, когда такую тугую затяжку сделают сейчас, у меня прям глаза на лоб чуть не полезли. Стоят ли они 200 рублей? Там еще какой-то Винстон есть за 220 рублей сейчас. Тоже ментоловый. Не знаю, их надо попробовать. Но 200 рублей, мне кажется, за вот такие сигаретки такого качества. Даже вкус ментола не ощущается. Как по мне, так это дороговато, что ли. Не знаю. Как вам? Еще и в нос отдает она, короче. Я ж это, блядь, сопли, да. Тут сегодня на улице минус 25, а тут, в принципе, в этой будке. И снега тут градусов, наверное. Не знаю. Минус 10, наверное, тут уже. Тут нагрелось все. У меня же тут вот такая дверца. Чтобы вы понимали. Представляете, да, как все круто? Это все в сугробе, ребята. Я сделал эту хату. Посмотрим, насколько хватит этого всего. Ну что, ребята, вердикт мой, сигареты не стоят этих денег, сейчас я вам покажу. Фильтр вообще испачкался, смотрите, как грязный фильтр. Вообще, просто грязнющий фильтр, короче. Прям черный весь такой. Сейчас я вам вскрою его и покажу. Вот этот, он такой липкий еще. Да уж. Вот где я затягивался прям конкретно грязь, видите, наверное. А здесь уже помельче, но все равно он весь оранжевый, этот фильтр. Прям весь вообще такой. Не знаю. Как по мне, сигареты, блин, свои деньги. Что они стоят? Блин, дорогие какие-то. Что мне такое не дают? Ну что же, ребятки. Вот такой получился обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Сейчас еще буду обзоры снимать. Выложу все сегодня. Так что давайте, не болейте.